Добрый день, инспектор специализированного взвода, майор полиции Тюнев. Ваши документики, пожалуйста. Так, все в порядке. Надежда Евгеньевна, а это с вами случайно не тот мальчик Кирилл, у которого мечта прокатиться на патрульном автомобиле? Тот самый? Да. Кирилл, здравствуй. Сегодня твоя мечта может осуществиться. Хочешь? Вылезай тогда. Восьмилетний Кирилл даже не догадывался, что его давняя мечта, написанная на клочке бумаги, может осуществиться. Прокатиться в патрульной машине с инспектором мальчик просит с детского сада. Но ни родственников, ни знакомых в госавтоинспекции у семьи не было, а поэтому и шанса исполнить мечту тоже. Портал «Твериград» обнаружил записку мальчика, среди прочих, на дереве желаний в торговом парке номер 1 и помог ГИБДД найти своего самого преданного юного инспектора. Ну что, поедем? Да. Вперед. Можем присесть спереди. Кирилл, ты, наверное, знаешь, что дети у нас в машинах ездят в чем? В специальных детских креслах, правильно? Да. Вот, присаживайся в него. Присаживайся. Так, ремень безопасности знаешь, что такое? Да. Так, пристегивайся, пожалуйста. В первые секунды в одной из лучших машин автопарка ГИБДД, отполированной до блеска и напичканной электроникой, мальчик даже слегка растерялся. Но детские интересы и любопытство взяли свое. Кирилл сразу раскрыл инспектору долгосрочные планы. А когда вырастешь, кем хочешь стать? ДПС. ДПСом? Угу. Понял. Моя мечта с детства. Ну что, посмотрим, что в фургоне машина перевозит. Сейчас мы включили мигалки. Водитель автомашины «Газель» 871. Останавливаемся. Мальчик проверил документы водителя, перевел через дорогу двух женщин и был очень строг к нарушителям. Погружение в работу инспектора ГИБДД было полным. Мама, я подъезжаю. Молодец, она тебя машет. Мама Кирилла до сих пор не верит в случившееся. Для нее стало полной неожиданностью, когда раздался звонок из ГИБДД. Почему сын решил стать инспектором, для нее остается загадкой. Кирилл же после поездки в патрульной машине еще больше укрепился в этом желании. С самого раннего детства, как только он начал, мне кажется, ходить, разговаривать, размыслить, вот такая мечта у него появилась. Просто большое спасибо. Ну, супер вообще. Исполнил ребенку мечту. Действительно, это мечта была. Посмотрел кино, это все мне понравилось. Про полицейских, ГАИ. Вот я и решил стать ДПС, ГАИ. Да, понимаю. У меня даже есть полицейская песня любимая. Какая? На постах стоим в любую погоду. Сначала инспектором, потом звание выше, еще выше, вот так вот. Буду на Тойоте или на какой еще машине гонять за ними. Если они очень быстрые, то я хорошо. Они будут разворачиваться, я хорошо делаю на велосипеде, дрифте. И когда подрасту, буду уже учиться полицейские развороты делать. В то время как одноклассники мальчика любят киношных злодеев, Кирилл стремится быть похожим на добрых полицейских. Говорит, в школе никто не поверит, что ему так повезло. А в подтверждении того, что это был не сон, от ГИБДД он получил в подарок патрульный автомобиль. А если тебе не поверят в школе? А я скажу, не верите, так и не верите. Но это была правда, совершенная правда. Инспектор спецвзвода по сопровождению автомобиля Александр Тюнев говорит, что это было самое ответственное задание за 17 лет. Очень волновался. Нужно было оказаться не хуже, чем инспектор из детской мечты. Вот, почувствовал сегодня большую пользу от того, что мы делаем. Ну и хотелось бы побольше таких моментов приятных ощущать в нашей служебной деятельности. Марина Евстратия, Илья Чечин, РЕН-ТВ «Пилот».